Что это ты навырезал? Так, мы режем. Это положили вчера. Душ. Вот такая вот алюминиевая ерунда по краю. Ты говорил, такие в России есть, да? Да. Как они называются? СВП. СВП. Какая? Самая выравнивающая плитка. Плитка? Да. Как-то, да, табуном. Самовыравнивающаяся плитка. Еще была бы самокладущаяся, вообще было бы замечательно. Обязательно надо промазать. Если не промажешь, это будет ерунда. Вернемся сюда. Да? Скажут, ваши СВП не помогли. Вот так. Хозяева выбрали такую скользкую плитку. Наверное, будет кататься здесь на катании. Девять и восьмая. Что-то густая получилась. Миха, ты когда в России в школе учился, там, в Молдове, ты думал, что ты когда-нибудь будешь пользоваться дроби? Нет. Никогда. Учительница тебе не говорила, а учить будете. Будет вам надо. Вот, я наговорила. А я не слышу. Thank you.
20 долларов положил. Ну, не утягивает. У нас тут в Америке вот такая вот рулетка. Все измеряется в инчах. 16 в одном инче, дроби, как в России в школе учили, и мы думали, никогда нам в жизни не пригодится. А вот и нет, здесь в Америке оно пригодилось, получается. Инч делится на 4 четвертых, пол инча, 1 восьмая, 1 шестнадцатая, 5 восьмых, 3 восьмых, 7 восьмых. Так же, как вот дроби в школе учили. Делится один фит, думаете, 10 инчей? Нет. Не тут-то было. 12 инчей, один фит. Два фита будет уже 24. Три фита 36. 48, 64 и так дальше. Точнее, 5 фит будет 60 и 72 и так дальше. Думали, не пригодится в жизни. А в Америке пригодится. Английский тоже. Думали, зачем вам английский? Когда мы будем в Америке? Моя учительница, наверное, думала, что толку с меня нет. А я, наверное, единственный из класса, кто пользует английский. Называется это швы замазывать. Фуга, кажется. Как? Фуга. Это материал называется или сама работа? Нет, это сам материал. Ну, затирка, наверное, да, называется? Как новый. Это будет унитаз тут стоять. Сверху не надо. Ну, куда его возьмешь? Красота, не писать.
шланга, наверное, надо будет еще. Или нет? А, чуть-чуть, да. Чуть-чуть, да. Я уже намажу. $10.20. Раз и $20. Было бы так, да? Подготовки надо сделать, да? Чтобы так раз и $20. Спейсеры. Потом затирку сделать. Тогда только уже будет $20. Даже меньше. Муча трава, а муча денера. Много работаешь, много денег. Довольно скользкая плитка, я бы такую на пол в душе не возил. Там, наверное, 10.5/8 уже не влезет. Да? Да, надо 10.5, может чуть меньше даже сделать буду. В принципе, благодаря этим спейсерам можно по этой плитке ходить.
Но мне эта идея не сильно нравится. Надо страховку. Вот 10,5. Чуть минус, чуть-чуть. В этом месте она, мне кажется, здесь не влезет. Здесь бугор какой-то на стенке. Насколько ты меньше взял? Надо, чтобы в этом месте 10 экватор было. Посмотрим. Я почти ничего не вижу. Просто провалилась туда. Бумс. Отрежь 13,5. Вообще, наверное, даже 2 надо будет, но я пока не уверен, там бугор будет. Кто сказал, что плитку нельзя ногой двигать? Наверное, кто-то говорит. Профессионалы, может, они двигают, а мы двигаем. Становится тесно. Грязные руки – признак честно заработанных денег. Слышал такое?
сюда. Батон. 25 стоит. В самом дешевом магазине. Почему перемажешь? Потому что надо еще размять. Ну, будешь грязно резать. 10 3/8. Так, ладно, знаешь, что сделаем, давай? Подожди. Сначала выберем вот этот размер. Какой у него размер? Я думаю, 11. Сделай 11 целую плитку. И эту тоже 11. И еще одну целую 11. Чтобы все были 11, мы их забафаем. По школе. Все такие убегают, убегают. По классам забегают. Она заходит в класс. Подходит там. Сидор, do you speak English? Он такой, че? Она, два. Петух, do you speak English? Он, че? Она, два. Раз там какой-то там двоечник сидит, прячется, прячется. Там, Иванов. Do you speak English? Он такой, yes, my dear teacher, I speak English very well. Она такая, бзззз, на пол падает такая, стоит. Че? Вот и все. До обеда, считай. До обеда положили 33 только здесь. Это 60 скверфит. 66 скверфит. И 18 там. Почти 100 скверфит. 100 скверфит до обеда. Целое.
Ты что у нас? Музычка нет. Я рад. Музычка? Рад, разрубим сейчас. Когда найдем. Почему бы и нет? Хотите посмотреть, как в Америке бетон заливают? Получается, бетономешалка льет бетон сюда, а эта помпа качает бетон по шлангу. Стены. Братья мексиканцы работают. Так. Это русский парень в оранжевой. Купил себе вот такой трак за 500 000. И льет себе потихонечку. Вот так. А мы плиточку кладем. Сверху положим шлюзер, и будет полочка. Слушаем русское радио. Не сильно далеко ушли. Нет, не нужен. Окей, на сегодня хватит. Сделали вот так. А то братья мексиканцы решили ходить там. Прогресс. Здесь наверху он хочет вот такую полоску. Так
рукой пустит. Полностью по кругу вот так идет. Здесь у него получилась полка. Неплохо. Начали клеить полосочку. Так как она намного тоньше, решили приклеить еще один слой цементного листа. Режем их напополам. Вот такой прогресс сегодня. Осталось пол, верхнюю часть. Тут темно, правда? И здесь стену сделали до верха. Две полочки стеклянные. Сегодня будем делать пол. Вот нашел черный дрейн. Будем выложить этот воздух. Я думаю, нормально будет смотреться. Процесс пошел. Сейчас намажем раствор. Thank you.
косячок был. Розетка была на этой стороне. Должна была быть на этой стороне. А сделали на этой стороне. Но мы, недолго думая, перевесли ее внаружи. Теперь будет как в Советском Союзе. Ты купаешься долго. Раз. Выключили тебе свет, чтобы ты не купался долго. И все. Сейчас будем эту стену делать. Вот такой прогресс сегодня. Завтра будем граутить, затирать шум. Смывается не очень легко, конечно, но смотрится хорошо. Это как будто черное просто стало. Окей, остался пол и другой шаур. С черной затиркой, конечно, смотрится прикольно. Правда, это слилась. Потом надо будет силиконом такого же цвета, черным, здесь пройтись.
остался этот шаур на сегодня. Заграут эти. И все. И домой на сегодня. Это сделали. Получается вот такой налет. Ты вот тряпкой раз. Салфеткой. Потому что плитка довольно скользкая, как бы гласи такая с shiny, как она. Глянцевая. И поэтому плохо счищается с нее. А когда вот так чуть-чуть салфеткой трешь, то классно. Закончили здесь. Это тоже закончили. Закончили два шаура на втором этаже. Теперь переходим на два внизу. Что интересно, все одной плиткой, все один стиль. Мечта плиточника. Вот этот шаур здесь очень простой. Тоже сделаем стеклянные полочки. Весь этот пол туда, весь этот зал, кухня, все будет той же самой плиткой. Вот здесь будет той же самой плиткой. Здесь спальня, здесь не будет. Потом здесь будет ванна, тоже все плиткой. И вот здесь еще один. Но это я уже снимать не буду. Вот так. 4 душа, 3 душа и 2 ванны. Вот так. И весь зал. Ну все.